В модели OnlyU несколько другая система крепления звеньев браслета. Здесь штифт используется в паре со втулкой. Можете видеть с этой стороны штифты, а с этой втулки. У втулок есть внутренняя окружность. Туда мы будем сейчас вставлять иголку. Берем наш съемник, который идет в комплекте, откручиваем на необходимую длину и вставляем. Поджимаем. Должно быть таким образом. Все, теперь крутим осторожно и медленно до щелчка. Это был щелчок. Откручиваем. И видим, что наш штифт вышел. Извлекаем его. Втулка осталась там. Браслет разъединен. После того, как все лишние звенья были удалены, необходимо снова соединить браслет. Для этого возьмем втулку, если она у вас выпала. Если нет, то хорошо. И вставим ее с этой стороны, где втулки. Таким образом. Продеваем металлические элементы. Аккуратно переворачиваем, придерживая с той стороны. И продеваем штифт. Для того, чтобы штифт не выпал, необходимо защелкнуть систему. Для этого воспользуемся специальными приспособлениями, которые также идут в комплекте. Вот такие деревянные защелки. Одну из них располагаем с одной стороны, а другую будем защелкивать с противоположной. Вот так. Нажимаем до щелчка. Все. Браслет не откроется. И он надежно закреплен.